Эроб Стрит Юстиция, АВ2. В данном случае какие-то проверенные информаторы доложили о том, что в какой-то разрушенный город прибыл какой-то крупный лидер повстанцев. И нужно туда проникнуть и, в общем, его уничтожить. А потом уехать по северной дороге. Такая вот идея. Вот этот сам город такой прилично. Вот и отсюда должен быть по главной дороге идти. На базарной площади точку А захватить. Это вражеские машины. Вот здесь прячется главарь. В ангаре он тут находится. Потом будет сразу же контратака, а потом вот по северной дороге проехать через их укрепленный пункт. И все, там будет конец. Да, ну вот, как-то так. Обнаружьте лидера повстанцев на каком-то военном складе, что ли, типа так вот. Так, поехали вниз. Вот тут сразу же идет патруль. С его уничтожения, сейчас. И там еще джип стоит. Больше никого нет, не знаю. Так, ну именно по этой дороге надо идти. На запад. Так, вот тут, кстати, написано название Safi House, Overgrown Park, Wrecked Marketplace. Какие-то названия есть, но по-английски, не по-азиатски. Короче, надо двигаться. Примерно вот так. Можно ехать на джипе, но зачем, как говорится? Надо, видишь, смотреть будет лучше на дома. В общем, теперь задача. Ты, блядь. По этой улице идти. Короче. Overgrown Park улица. The Wrecked Marketplace. Не понял. А вот нашел. Готов. Да, тоже одна из первых карт, которые... Именно вот это было. Так, двигаемся дальше. Тут главное просто под огонь не попадать. Ну-ка, стоп. Стоп. Там не БТР ли стоит? Там БТР стоит. У меня, правда, есть огнемет. Она в усложненном виде, конечно, это под АВ2. Не в обычном, а именно в усложненном. Давай сюда. Более тут негры. Так, добежали до блокпоста. Давай, чтобы никого не было. Тут, кстати, какая-то заброшка. Так, стоп. Подожди, а как туда пролезть? Он что-то, блядь, заложен как-то. Хорошо. Этот сраный БТР-то. Давай-ка его сейчас польем из огнемета. Да, блядь, все-таки уничтожим. Ладно, хер с ним сейчас будет, как говорится. Это как один дебил один.
Дебилы перед домами скульптуры хуёв делали. Один дебил пригласил гем, а я скульптурами хуёв украсил берег. Короче, двигаемся дальше. Все, готов. Крайне бы желательно в блокпост разобраться. С него лучший вид. Ну, блядь, иду, смотри. Ну, ты что делаешь-то, или? Негры, видишь, опаснейшие, суки. Ну-ка, давай. Издалека видят намного лучше, почему-то, чем обычные азиаты. Так, все, забрался наверх. Так, ну вот просторы базарной площади. Какая базарная площадь. Вот туда надо к точке А сейчас будет пройти. Тут единственная точка вроде больше. Вот стоит гад. Больше и нету. Там-то идут суки. Теперь уже их не уничтожишь, нара. Суки, пошли. Все, давай устремляйся к точке А. Ну, блин, никого внутри-то нету. Ну, давай. Сейчас главное точку А взять. Возьмешь, вообще тут уже ты закрепишься. Все будет хорошо. Так, где она? Блять, как это проскочила. Она в самом центре. Это еще будет перелезть через крышу. Ну, какие-то как бы гаражи, что ли, что-то узнать. Или лотки, торговые лотки, как бы, типа, не знаю, что такое. Так, да. Еще охраняли. О, все нормально, нормально. Все, очень хорошо. КПшка взята. Теперь, в принципе, мне уже не особо-то что-то и угрожает. Вот клеймо В2. Надо быть поаккуратней. Так, стоп. Так, вон еще. Там за углом стоят джипы БТР. Патруль. Ну, милости просим. Л1, А1, видишь, вообще безотказно рубит. Так, во. Забери. Нормас. Две девки сидели. Где БТР-то? Я не знаю, достану. Да нет, пизда. Ой, там надо что-то придумать. Так, подожди, так. Еще лестница есть. Не вижу. А вот он. В принципе, можно было его и сверху чем-нибудь. Сейчас все-таки, наверное, подойдем, чтобы огнеметом прижарить его вот так вот безопасно. Да. Сейчас ты получишь свое. Ну, все, готов. Все, это же БТР, так он легко уничтожил. Так, ну короче. Так, а где, кстати, скрин-то делать? Тут или чуть подальше? Ну давай, можно чуть подальше. Давай, пошел вперед. Тут клеем АВ2, ну это да, чисто АВ2.
Чисто под АВ2. Блин, а все ведь не попадает. Ну вот, ну нет, вот так вот можно. Ну да, да, вот такая, в общем, карта. Короче говоря, на юге находится Сафи Хоус, откуда операция велась. Потом улица Овергроун Парк, по которой я шел к базарной площади в Рэкет Маркет. Теперь надо идти в Ребелвари Хоус, где главарь прячется. И потом через мост вот или к Ребел Чекпоинту. Все, это будет конец на север, по северной дороге. Да. Теперь надо идти к Вари Хоусу. Там... В принципе, карта такая. Стоп, 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 стоп. Довольно-таки линейная. Стоп. Так, хорошо. Ух ты, блин. Так, 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 так. Да, блядь, добил. Так, ладно. Это последняя, кстати, карта в стандартном наборе Джотара. Дальше будет еще 6 карт из эскалации. Они при продаже игры. Там же диск продавался с этой игрой. Так вот там все это было вставлено. И очень много карт для дизматчей, которые вот это... Мало и востребовано. Ух ты, блядь. Давай, лети. Полет. Снайпер, видишь, сидел там на доме. Сейчас, наверное, пойдем туда уже обходить этот дом. Варихоус. Ну, военный дом, типа, как бы. Штаб их не, короче. Штаб у них в ангаре находится. Вот он уже тут рядом. Давай туда. Вот там этот лидер в верхней комнатке прячется. О, все. Вари Хоус этот зафиксирован. Уничтожьте лидера повстанцев. Ах ты, блядь, да пизда, сука. Пока глядел на карту, вы же тебя грохнули. Надо бы двигаться. Половинку-то я сделал, сейчас вот надо дойти быстренько довести дело до конца. Тут бы дольше возиться с описанием, чем с самой игрой, в том-то и дело. Скотина. Могут, видишь, где-то прятаться, так надо быть аккуратным. Так, нормас, нормас, нормас. Там их где-то хуя ходит. Сейчас, сейчас. Идет атака. Давай, давай, скорее. Ты, блядь, сбоку зашел, пидорас. Так это хорошо, там укрепился, так нет. Может быть, туда на джипе сейчас проехать. Тут он его интересно, можно где-то посмотрим. Незаметно, видишь, подкрался сбоку тебе.
Вроде как джип можно взять, а БТР нет. Ну давай, едем. Что, подожди, куда дорога-то? Я не понял, а вот-вот дорога. В лачугах сложно сориентироваться. Так, вроде бы. Вот северная дорога к самому, которой сейчас поедем. Но еще надо покончить с главарем. Где главарь? Блять. Ай, блять, сейчас я грубо. Скотина, блять. Вон главарь-то. Северная дорога. Вот ихний дом. Побежали. Главарь вот тут наверху. Я просто офицер обычно. Все, готов. Так, подожди. Так, а теперь что надо? Возвращайтесь к месту посадки вертолета по северной дороге. Ну, тут рация. Уничтожение, которое вроде никакой роли не играет. Ты, блядь, свинина, сука. Ты довольный, блядь, козёл. Еще ведь один был, черт. Тут же теперь все прокончено, конечно. Теперь уже все кончено. Остается буквально последний шаг. И все. Еще надо пробежаться, будет опять. Машины рвутся. Ну-ка, ну-ка. Так, так, так. Кидаем. Так, вот теперь надо сейчас очистить эту местность. Пизда. Последний вечер. К сожалению, тоже тут они встречаться могут. Давай-ка залезем, посмотрим. Суки вдвоем сидели. Так, ну. Вот, мост на северной дороге.
там какой город? Вон там куда? Подожди, блин. Ну да. Конечно, отдельные гады тут могут еще тоже попадаться. Ну, вроде как. Давай сразу снимать тех, которые на другом берегу. Так. Мятежный чекпоинт. Ну, а так, сейчас берем машину. В принципе, можно отсюда уже уматывать. Сейчас можно еще прокатиться на последний раз по городу, да и все. В принципе, конец, надо свертываться надо. Обозреть этот город. Прикол. Как тут эта базарная площадь? Рэкет Маркет Плац. Вергороун парк. Хрен попадешь, тут все перекрыто. И дальше не попасть. Ну, ладно, тогда отсюда валим здесь. Перекрыто. Куда? Все еще перекрыто какими-то барьерами. Сейчас уже все. В принципе, уж быстро эту карту. Последняя карта Джотар закончена. Ну, по ДВ2, конечно. Так, едем по северной дороге. Быстрее тут. Нормально. А там еще один. Да, нормально. Все, готов. Зенит точно не повернуть эту пушку. Джип на мосту. Ух, блять! Ну чё за хуйня-то, ёбаный в рот? Вот те щит называется. Не вот толку, как от херотяж, короче-то. Прямо в щит и попало. Ну ладно, берем снова джип. Да там он был, наверное, последний буквально со мной. И тебя убил. Так. Стал бы кто-то в разуме топливо уничтожать, а который нахуя денег за бочку получить. Вот это постоянное развлечение. Очень извилистые эти улицы. Ну вот. Ну, блять, сука, что делает-то? Пизда. С огромного расстояния. Что тут негры? Вот видишь. Хотя нет, азиат. Все равно мне опасен. Так, ну все, туда надо, в общем, в те руины ехать. На этом и конец. Две машины, видишь, просигонили. Ладно, все, едем.
Вот туда точка эвакуации. Так что обнаружьте командира повстанцев в военном доме. Уничтожьте лидера повстанцев. Лидера. Возвратитесь к вертолету по северной дороге. Вот такая карта. Все, погнали по северной дороге. Все, погнали, погнали. Такая вся перебитая по такой дороге-то ехать придумал. Че от нее осталось? Вся вздыбленная дорога. Ну все, да, миссия завершена. Конец. Вот такая вот карта. В городе чисто урбанистическая, как бы. Джо набирает 578 очков, 102 фрага. Городское правосудие карта называлась. Карты Джотар все закончены.